Нихао, леди и джентльмены, интернет-портал bestandroid.com.ua предлагает вам видеоинструкцию по установке виджетов на телефон с операционной системой Android версии 2.3.4. И сразу хочется отметить, что в данном видеоролике используется телефон StarX18i. Существует несколько методов установки приложений или виджетов на телефон под управлением операционной системы Android. В первом случае вы можете закачать требуемое вам приложение, его инсталляционный файл на флешку, а далее зайти в меню «Проводник» и посмотреть на флешке, где находится файл инсталляции. Например, инсталляционный файл находится в папочке «Download» на флешке. Далее мы находим ярлык с приложением и классов на него, появляется возможность его установки. И идет процесс установки. В данном видео я продемонстрирую второй метод установки виджетов с помощью Android Market. Для этого мы подключаем телефон к Wi-Fi и заходим в Android Market. Этот способ более удобный и экономит время, а также позволяет загрузить сразу несколько приложений, и не надо каждый раз вынимать и вставлять флешку из компьютера в телефон, из телефона в компьютер. Класснув на кнопочку «Поиск», пишем слово «виджет» на русском языке, я думаю, найдет. Виджет. И классаем соответствующую иконку для поиска. Идет процесс поиска, и мы видим сразу огромное количество виджетов. Если вы уже знаете название требуемого приложения, вы можете просто прописать название. Для примера установим виджет «Всемирные часы». Нажимаем на кнопочку «Всемирные часы», «Загрузить» и «Принять и загрузить». И вот идет процесс загрузки виджета в телефон. Также вверху мы видим, что идет процесс установки приложения «Всемирные часы». И вот наше приложение установилось. Нажимаем кнопочку «Открыть», и мы можем посмотреть этот виджет. Для этого надо, конечно же, принять информацию, и вот у нас можно посмотреть время в Нью-Йорке, Лондоне, Токио. Также в этом виджете, как мы видим, в дополнительном меню можно добавить любой город. Если мы хотим перекинуть установленный виджет на рабочий стол, найдем какое-нибудь пустое место, зажмем палец на любом месте дисплея, выберем виджеты, и в данном случае мы видим, что наш виджет TM World Clock установился. Выберем самый большой размер, и мы видим время в Нью-Йорке и в Лондоне. Настроить виджет можно, классов на него. И спасибо за просмотр видео. Надеюсь, оно вам действительно поможет. И заходите на сайт bestandroid.com.ua. Там очень много полезной информации из мира Android.